our team got off to a difficult start. We really wanted to come out today and really own the game from the beginning. And we got off to a tough start. They were ready. They anticipated a face-off play. They jumped on it. They created their opportunity and made good on it. And it kind of put our team back a little bit on our heels for the rest of the period. We regrouped in the first intermission, came out in the second, and really started to play with speed and puck possession and generate good quality chances. And I think we did that through the remainder of the second period and into the third. So I was really happy with the way our team played in the second and third. It was a hard-fought game. Ugra played very well. They're a good team and well-coached. And, it was hard-fought till the end. And we got the shootout win. So that's how it goes today. Thank you. Что ж, с самого начала игра была очень сложной. Игра была готова. И ко второму периоду, оценив соперника, мы перегруппировались. И это дало нам шансы уже вести игру до конца, до третьего периода и довести до буллитов. В общем-то, игра была настроена очень хорошо, и тренер здорово поработал с ребятами. Ну, сегодня, в отличие от минской игры, мы действительно дали сопернику бой, хороший бой. Вот. Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо. Вот. К сожалению, там несколько моментов, несколько смен мы проваливали, когда очень долго позиционно оборонялись. Хотелось без удалений. Соперник одна из команд, которая идет очень высоко по реализации большинства. Вот, к сожалению, получили два глупых удаления в первом периоде и двойное во втором. Одно пропустили. Вот это немножко так перевернуло игру. Третий период. То же самое, вначале пропустили гол в позиционной атаке, вот, но зашел в раздевалку и сказал ребятам спасибо за сегодняшнюю игру, потому что с таким соперником отыграться плюс забив в большинстве, это двойной плюс для нашей команды. Вот, и выиграли концовку, я имею в виду территориально, могли и в основное время выиграть, но и в овертайме тоже играли так неплохо. Но, к сожалению, буллиты страшно смотреть. При мне было 8 буллитов. И голом, не то что там, голом даже не пахнет близко, поэтому лучше сразу сдаваться на буллитах. Вот. А так спасибо болельщикам, что пришли. Я думаю, немножко, но удовольствие мы доставим.